спокойствие и скуке замерла. Вторая во все тяжкие ударилась разбой творя. Третью погубил недобрый умысел чужой. Четвертый пианист был самый нос с рождения слепой. Шестую затянула на дно жизни власть безумная. Седьмая облачилась в траур и мрачна была. Восьмая беззаботно веселилась среди золота. Может, с нами Бог капризный играет от скуки? Сказал бы, кто почему. Мир внезапно рушится, не нужна надежда никому. Жить подобно злой и обязательной игре. Ниточки подёрнуть, что привязаны ко мне. Но пока за всеми нами наблюдает Бог, каждый сможет снова сделать ход. Девятый стал художник, что с издевкою творил. Десятый был учитель младшей школы. Последняя же никому и не была нужна. Без цели и без смысла создана была она. На доске играли кубики, вновь свой ускорит бег. Решится чья-то судьба, пусть пройдет еще хоть 100 лет. Исход игры один всегда. Странная забава начинает утомлять. И цыганка старая пророком сможет стать. В точности, как предсказание, сбудется судьба. Эта жизнь абсурдна и смешна. Шансы счастья к неудаче на этом поле. И на один из шести.